Ежегодно 15 мая празднуется Международный день семьи. Семья играет важную роль в жизни каждого человека. Поддержка материнства и детства – одна из приоритетных задач правительства республики. Многодетных семей в России теперь немного, всего около миллиона. Это 1/50 часть от общего количества ячеек общества. Причем количество 70% случаев – это трое детей. В Чувашской республике проживает более 10 тысяч многодетных семей. С 2012 года, кроме материнского капитала, за третьего и последующего ребенка родителям выдают еще один сертификат на 100 тысяч рублей. Более 4 тысяч семей получают ежемесячную денежную выплату около 7 тысяч рублей. 85 тысяч детей чуваши получают государственные пособия. 3 тысячи многодетных семей уже имеют земельные участки. В этом году для обеспечения жильем многодетных семей по договору социального найма предусмотрено более 85 миллионов рублей. На предоставление молодым семьям социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» в 2015 году в бюджете республики предусмотрено более 270 миллионов рублей. Государственной поддержкой смогут воспользоваться около 600 молодых семей.